Previously on Resident Evil Revelations. Hold it right there. She's trying to activate the ship's self-destruct mechanism to destroy the evidence. Self-destruct sequence initiated. It appears my bright young assistant has made the last move. Now, have I made things clear to you? Jessica! I'm sorry, Parker. See you guys. Parker. Resident Evil Revelations. Эпизод 11. Откровение. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Resident Evil Revelations. 4.28 над королевой Зенобией. Экстракция невозможна в это время. Я экзекутирую холдинг паттерн. Патрик, out! Что они создали? Мы можем это, Крис. Что же, все-таки придется сразиться с этим мега-монстром. Так, я хоть правильно стреляю-то? Похоже, это кит как раз-таки и есть. Помните, мы читали в книжке «Да чтоб тебя, монстр!» Про кита? Который, может быть, управляем паразитом. Блин, сволочь. Жарит что-то он довольно жестко. Давай же, давай. Мразь, а. Опа. Круть. Так, где она тут? Вот. Так. Гранатомет. В бою. А в кого стрелять-то, щупалец? Блин, с другой стороны теперь щупальца. Так, я подойду поближе, чтобы не промазать. Если это, конечно... Блин, опять эта хрень. Че, он убрал отсюда? Боже ты мой, теперь он там. Так, у меня 3 минуты, по-моему, до того, как утонет корабль. Просто-напросто. Ё-моё, я куда попал? Кажись, куда надо, если Крис сказал, что сработало. Давай, мразь, сдохни. Что случилось? Ё-моё. А, меня эта фигня ударила. Теперь тут еще синяя какая-то дрянь. О, убралась. Теперь это еще поблизости... Ух ты, хорошо, что он мимо ударил. Давай, давай же. Мразь, мерзость. Фу, какая гадость. Какие-то личинки прям как из пруда ближайшего. Так, амуниция опять, амуниция. Амуниция... Амуниция, давай, скорей, 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 скорей. Скорей. Так, где гранатомет? Выбрали гранатомет. Так, вот он ты здесь. Давай. Падла. Промазал! Да что тебя, а? Так, ладно, еще раз гранатомет. Чё ж ты так дергаешься, ты сволочь? Давай, давай. Опять мимо. 1.5 минуты всего осталось. Есть. Хотя бы попал. Давайте-ка я возьму магнум. О, щупальца отвалилась. Офигенно. Давай, давай, давай же, Джилл. Так, еще одно. Еще один гранатомет. Боже мой. Чё ж так жестко-то, а? Давай, вот он. Давай, попади, попади. Мразь, а, убрал опять свое щупло. Я же вроде отрубил там их. Как же так-то, а? Как же так? Теперь они ушли опять. Теперь здесь появилось. Ну что б вас, уроды. Есть. Отвалилось. Так, еще раз магнум. Опять он убрал их. Все? Фух. Кажись, все. Incredible, both of you. I'll drop down a ladder. Come on up.
У него в центре, вон, смотрите. Вон, прямо там, в центре какая-то фигня бурлит. Так, похоже, это не все. Похоже, это далеко не все. Да, как я и говорил. Держись, Крис. Да. Молодец. Фу. О, бэйби. Ну что? Время пострелять. Лады. Боже ты мой. Давай. Давай, чувак. Красавец. Блин. Давай же, ну, держись. Ты то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. А, вон это, мразь. Ха-ха. Попал, попал. Блин, у него все новые и новые эти щупальца вылезают и вываливаются оттуда. Фу, какая мерзость. О, еще одно вывалилось. Блин, промазал. Ха-ха. Еще одно там. Фу. Есть. Сколько у меня еще? Две осталось? Блин. Что-то они... Фу, они из одной штуки в другую залезают. Ой. Ой, пакость ты какая. Надо из него, походу, все эти щупла выбить. На тебе. Похоже, у меня эти гранаты восстанавливаются, точно. Я могу их выпустить. Надо стрелять в основание этой дряни. Давай, давай, давай. Ух ты! Давай, давай, заряжайся. Где гранаты ты? Фак, вот, вот, есть гранатки, есть. Только я уже ушел отсюда. Потрачу их на другой борт. Ух, ёлки. Ё-моё, что происходит? Да я стреляю как бы. Вот. Ух. Ещё не всё. Совсем не все. О, давайте. Мерзостные щупальца. Когда же вы закончитесь-то? Давай, 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 давай. Боже мой. Сколько же вас. Еще эти ракушки в меня запускает. Улиток. Водяных каких-то. Давай, вот. Они, кстати, немного наводящиеся, эти гранаты. Перегрев. Перегрев, блин. Давай, 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 давай. Ну, кончились? Похоже, что да. Это что, нет, конечно. Сейчас он пасть откроет, и надо туда выстрелить. Блин, это и правда, походу, кит. Смотрите, у него сверху эта штука. Вон, вон, у него в центре вот эта дрянь. Так. Давай же. И... Ха-ха. Офигенно. 5.02 над королевой Зенобией. And that's all she wrote for the Zenobia.
It's me. What's happening? On our way out. We lost Parker. Jessica took the whole ship down. The FBC? Well, Morgan. He was one step ahead of us the whole way. Yes, I see. I hate to think this could all be a mistake. My mistake. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. All right. It all started 1 year ago. Right there, Terra Grecia. Кажется, сейчас будут настоящие откровения. Слушайте, 66% попадания в этой миссии считается отличным показателем. Неплохо. Год назад, Серая Земля. Что, кажется, время откровений, да? Блин, у меня патронов-то нифига нету. Как воевать, вообще не знаю. Четыре от пистолета? О, боже. The boss has pushed for an expansion of the FBC's purview. This is just the kind of thing he was warning the world about. And this incident will bring the crisis to the limelight. It could be good PR, really. Yeah, maybe the international community will finally get the message. The FBC has a lot of growing to do. Такая она улыбчивая. И такая предательница. Damn these things! Так, мне бы патрончиков. Так. Давайте отстреливаться. Ну, нет, сейчас как жахнет. Вот мразь, а. Вот гад сдох. Раньше семья успела его ударить. Ох, Реймонд. Конечно. HQ has told you to leave. But I can still fight. You're not convincing me. Come on, grab on. Куда нам идти-то? Видимо, назад, к лифту. Эх, Реймонд, Реймонд. Я думал, что ты погибнешь, а погиб Паркер. Что намного хуже. Ай. Чё ж ты раньше не могла сказать, что ли? Да, жалко, конечно, Паркера. Очень жаль. Джессика проклятая. Как она могла так подставить? Так, а. Здесь, если не пройти, тогда сюда. Сейчас, похоже, еще будет опять надо отстреливаться. Так,
terrorists must be brought to justice. Blast it! Да что в вас, уроды? Не-не-не-не-не. Точно. Где эта Джессика мерзкая? Сзади идет и не помогает нифига. Во, наконец-то. Хоть что-то сделала. Предательница. Боже ты мой, давай, перезаряжайся. Так, нам сюда. Я пока даже не знаю. Просто надо уходить отсюда. Блин, там патроны остались. Ладно, я думаю, справлюсь и без них. Good. You're losing blood. It's too dangerous to move. He needs immediate first aid. Угу. Интересно, когда она стала предателем? Уже сейчас? Или потом? The med unit's on the fourth floor. We might find something to bandage him up. We'll be back, cadet. Don't go anywhere. We'll be okay. All right, let's go, Parker. Никуда не уходи. Ага, хорошая шутка. Так, там у нас аптечка. Я пойду возьму, она может пригодиться. Уже очень мало сейчас оружия. О, еще и патроны для автомата. Ну ладно. Это мне пригодится вдвойне. Есть, конечно, и автомат, наверное. Я думаю, я его найду. Так, мне нужно... А, да вон туда. Окей. Тут недалеко. Так, записи. Давайте почитаем. Устав ФКБ. Федеральная комиссия по биотерроризму учреждена правительством США как ведомство для исполнения директив, изложенных в национальном акте о защите видов. В данном документе приводится устав ФКБ и обязанности ее служащих. Задача ФКБ. Защита США и их интересов от биологических угроз. Наша организация будет работать с другими странами и их организациями по охране дикой природы в целях охраны здоровья нации. Нам поручено обеспечить биологическую безопасность широкой общественности. Обязанности служащих ФКБ включают исследование, обучение и поддержку биологического сообщества. Политики внедряются только по необходимости, а дополнительные траты бюджета и чрезвычайные... О, прошу прощения, случайно нажал. А дополнительные траты бюджета и чрезвычайные действия подлежат утверждению на пленарном заседании Комитета по охране дикой природы. Председатель ФКБ избирается Комитетом по охране дикой природы. Обязанности председателя включают полный надзор за деятельностью ФКБ, координацию всех действий со служащими. Правительство США. Председатель ФКБ – главный контролер Национального сообщества охраны животных. Член Национального сообщества охраны животных имеет право запрашивать помощью председателя, включая госсекретаря, министра обороны и директора национальной разведки. Однако председатель принимает окончательное решение по всем вопросам биологической безопасности страны. Так, ну, в общем, не самый интересный документ в игре, я скажу вам. Зачем он вообще тут, не понимаю. Ладно. Довольно скучновато. Так, нас снабдили довольно неплохо. А, подождите, мне сюда и не надо. Вот почему нас снабдили довольно неплохо. Потому что в эту комнату можно и не заходить. Понятно. Странно, что сейчас за второстепенного персонажа у меня такой довольно размеренный геймплей. Okay, fine. Guys in your little games. Так, здесь уже ничего нету. Все обобрано совершенно. Мужские штучки.
А твои женские штучки, когда ты предаешь всех, это как называется? Свинство. Так, кажется, не сюда. Да, именно так, не сюда. Давай, давай, давай. Тихонечку прорываемся. Сейчас кто-нибудь еще спрыгнет. Может, мне... Что, сюда? А наверху чего? Я знаю, что четвертый этаж там. А тут у нас что? О, щит. О, это что такое? Угу, я понял, что это такое. Это называется не ходи туда, куда не сказано идти. Да ну свинство какое-то, ну что вы. Да, конечно. Потеха. Не ходи наверх, иначе тебя выскочит огромный монстр и прикончит даже без шансов на то, чтобы ты мог отбиться. Да, ребятки, не могли просто завалить проход наверх и все, как вы обычно это делаете. С ума сойти. Ладно, будем идти туда, куда сказали. Еще патроны. Так, где-то там должен быть жгут. И не только он. Этого я не прострелю. Поэтому сейчас будем потихонечку, потихонечку пробираться. Ну-ка, сейчас мы ему как жахнем. Ах ты гад, а? Сдохни! Сдохни, сдохни, сдохни! Наконец-то. О, граната. Граната. Давайте-ка я подлечусь. Вон там ходит. На тебе в коленку. Ничего себе, это я его убил с трех патронов в колено. Чё-то он какой-то странный. Так, чё-то тут много патронов. Слушайте, смотрите сколько. От автомата мне дали патронов-то. Не очень мне это нравится. Кажется, вот этот жгут. Вот этот жгут. Еще патроны. Вау. Все, больше не лезут. Даже если бы я тогда не нашел, мне бы здесь дали патронов по максимуму. Отлично. Мне бы еще дали бы автомат для этих патронов, чтобы я мог их хотя бы тратить. Так пока что они не бессмысленны. Сейчас. Еще немножко патронов. Так, еще что-то написано. Давайте почитаем. Ежедневный курьер, статья 2. Лондонский ежедневный курьер. Кто командует генералом? Донателло Луцаски. Является ли он лишь темной фигурой, управляющий событиями за кулис, или он герой, воюющий с биотерроризмом? Всех, кто слышал речи генерала Моргана Лэнсдейла, сразу поражает его интеллект и проницательность. Обаяние, которое очаровывает слушателей, хорошо послужило ему в мире плаща и кинжала, международного шпионажа, в котором он работал много лет. Ему удалось убедить Конгресс расширить устав его группы с целью обнаружения и устранения угроз биотерроризма. В результате сегодня Лэнсдейл руководит не только ФКБ, но и Федеральным комитетом по охране видов. Он не желает уходить с какой-либо из этих должностей. Лэнсдейл создал ФКБ для борьбы с биотерроризмом. Эта организация – крупный игрок в сфере общественной безопасности и защиты животных. И все это благодаря Лэнсдейлу. Но вопрос остается открытым. Герой ли он или монстр? Время покажет. Угу-гу. Время показало. Прямо сейчас показало, что он самый злодейский злодей из всех злодейских злодеев. Хотя нет, все-таки есть... И более злые ребята. Гад, а. Прыгают, что-то скачут.
Пойду ему харю дам. На тебе. О! И загасил его сразу. Заметили, я же силу еще набираю перед ударом. И так, персонаж с кулака дает по морде намного сильнее. Давай, давай, давай. О, щит! Блин. Вот где она была все это время, а? Сзади где-то тусила, как всегда. Да, как всегда, где-то сзади тусила. Было бы хорошо Грену кинуть, но они были слишком близко ко мне. Я бы себя прикончил. Повторюсь, довольно... Так, мне не сюда, я прошел мимо. Довольно размеренный геймплей для компании... Ну, не компании, а миссии за второстепенного персонажа. Так, стоп. Не, не сюда. Совсем забыл уже, где этот Реймонд лежит. Listen to me, cadet. You are not going to die. I order you to stay alive. We are coming. Так. Мам, дорогая. Давай, кидай, 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 кидай. Вот. Какое дело. Все, кажись, всех прибил. Хорошая гранатка, хорошая. Держись, кадет. Мы идем. Ух, елки-палки, сколько же их. Вот уроды, а. Давай, сдохни. Да, блин, это жесть какая-то. Вот сигает-то, а. Патронов-то нету больше. Да помогите же мне. О, фак. Где винтовка вообще? Как мне от них отбиться-то? Щит. На тебе, на тебе, на тебе. На тебе, гад такой. Всех вас с ножа сейчас порежу. Почему мне винтовку не дали? Где я ее пропустил? В каком, блин, месте? Get it. You want just dessert. No more heroics. End up getting the whole unit killed. Yeah. Welcome to the real world. Yes, sir. Okay. That should ease the pain. I should be able to walk. Then follow us. The elevator to the command room is right there. Ну что же, автомата я все еще не нашел. Это может быть совсем гибельно для меня, потому что мне казалось, что где-то он должен быть. У меня нет патронов, чтобы уничтожить всех, кто появится на моем пути. Мне это сделать нужно. Набери же ты патроны. Боже мой. Сейчас дам ему в харю. И может быть... Вот гад, а. Давай, 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 давай. Такс. Патроны еще для пулемета я здесь вижу. А, собственно, самого пулемета я не вижу. Так, ну что же, я поставлю сейчас на паузу, я пойду схожу, найду пулемет. Так, оказывается, я что-то дико протупил, и все это время тупо пулемет у меня был прямо здесь.
Да, я, конечно, выжег сейчас люто. Прошу прощения за такой тупняк. Все, поехали дальше. С ума сойти, а? С ума сойти. Все это время пулемет был у меня в кармане, а я... О, боже мой. Почему-то я вот думал, что мне его нужно найти. Почему-то мне казалось, что я начинаю как бы с нуля, и у меня только пистолет. Да, хотя такое бывает очень редко здесь. Давай, Рэймонд, скорее в лифт и поехали отсюда. Stepping out of bounds. We're not here to investigate this thing. We're here to resolve it. Ха. Может быть, поэтому именно. Поэтому именно Рэймонд и добился чего-то, и притворялся Вельтро, потому что он вовсе не такой дурак, как некоторые Паркеры, которые просто исполняют приказы. Хотя Паркер и клёвый чел. Вон сколько мне патронов от автомата дают. А мне не нужно ничего, я с пистолетом это прошел. Сейчас пойду еще заберу патрончики. Не оставлять же их здесь. Такие классненькие, такие полезные. Так, ну сейчас разберемся, значит, с этими прыгунами. У меня полные обоймы от моего пулемета. Это значит, этим говнюкам не сдобровать. Ох ты, гад такой, а. Да блин, вот это... Мразь такая, а. Нет, вы посмотрите на них, а. Сигают и сигают. Давай, давай, давай. Все, лежать. Отлично. Гранатка еще у нас здесь, отлично. Так, еще патроны. Еще патроны. Боже мой, сколько ж тут патронов, а? С ума сойти. Как будто мне с боссом надо сражаться. О, вы посмотрите, а? Какая милашка. Вы посмотрите на него. Жаль, я прострелить здесь не могу. Очень жаль. Ну давай. Давай же. Прыгай почаще, гад. Как ты меня бесишь-то своими прыжками. Это просто жутко раздражает. Так, мне надо куда? Мне надо куда-то наверх, наверное, подняться надо было. Но я не могу оставить здесь целебную траву. Я просто не мог ее оставить. Что-то тут у нас. Ага. Этих патронов просто тонны. Прикрой его, накрой его. Где, кто? Ну. Ага. Отлично. А теперь и мы. Давай вместе со мной, ну. Давай же, сдохни, тварь. Джессика, ты идешь или нет? Да ты что, вы что, издеваетесь? Пойдем. Пойдем. Нет, нам нужно уничтожить всех. Смерть всему живому. Так, походу... Нет, Джессика, ты идешь или нет? Нет, она не может. То есть я не могу или она не может, не знаю. Ладно, пойду искать этого бармота, который где-то внизу там застрял. О, боже мой, это какой-то магический угол, блин. Все. Теперь мы можем наконец-то уйти. Я думал, там, подождем, пока пройдет Рэймонд.
I would hope so. Let's hit the command room. Наконец-то. Yes, I understand, and I can hear you just fine. That is simply splendid news. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Morgan, you intended for the virus to break out on our ship? Well, we've certainly been had. I'm not done yet. You still have an important purpose. The ship serves as a controlled environment, and the data on your mutation will serve a venerable purpose. The boldness of your self-absorbed ambitions is impressive. I am always disgusted by what you Americans can dream up. I will take that as a compliment. We knew that you could end up being a liability. So we've kept video records of all of our interactions. If they go public, your life is finished. You may do as you please. Use of the satellite has been approved. The new virus will be completely eradicated. You bastard! Full soon shall thou be where thine eye shall answer make to thee of this, seeing the cause which raineth down the blast. Jessica has escaped. We were so close. Hey. Sorry, Raymond. You were right. All along. Thank God somebody was on top of things. Don't be so hard on yourself, Parker. Now it's my turn to save you. Come on. We're getting out of here. Parker жив. That's the spirit, cadet. Parker, блин, жив. Ну все, зашибись. Отлично. Raymond realized that Morgan was not who he seemed, so we set this trap together. The whole Veltro Revival Act. The mountain hideout, and the coordination of the ships. All to put heat on Morgan. But sir, couldn't you have at least told us? I couldn't risk it. Not with a mole inside the BSAA. My apologies. All that work, and both the Zenobia and the Semiramis. Yeah, I know. But I haven't given up yet. Keith and Quinn, they've left us with an ace in the hole. The data analysis they sent us, the results are in. Well, what were they? We assumed Veltro made use of two sister ships in the Terra Grigia panic. But there was a third. The final queen. Всегда есть третий корабль. Да, офигеть, слушайте. Какое отличное развитие событий. Эпизод 11. Откровение. Закончен. Зашибись. Есть еще и третий корабль. И, видимо, в последней главе мы наконец-то уничтожим и последний корабль. Называется он, наверное, Королева Дидона или как-то так, потому что Лэнсдейл в предыдущем ролике как раз-таки говорил именно про него. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся в финальном эпизоде. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. До следующей миссии.